Приветствую вас, дорогие мои, вновь на моем канале. Как вы уже заметили, я вновь в своей творческой мастерской. Моя длительная поездка закончилась, и я вернулась к своим холстам, краскам и к своему любимому творческому процессу. Ранее мне задавали вопрос, возможно ли использовать строительный колер в акриловой заливке. Сегодня я провожу наглядный эксперимент для того, чтобы показать, как поведет себя состав краски 50 на 50, акриловая плюс строительный колер в заливке и раздувке фена. Метод я выбрала не щадящий, потому что именно феном можно разогнать краску максимально и получить какой-то результат, где будет понятно, стоит использовать колер, либо не стоит.